Балхашские студенты предложили научные проекты для совершенствования сферы образования, медицины и улучшения экологии. В городе прошла научно-теоретическая конференция «Приоритеты современной науки. Будущее страны глазами молодежи». Представлять свои проекты больше 50 студентов собрались в медицинском колледже. Они рассказали о важности внедрения инновационных технологий в сферу медицины. Проекты затронули темы раннего выявления онкологических заболеваний и сахарного диабета, более детально диагностировать которые можно при внедрении инноваций. Кроме того, молодежь предложила некоторые бизнес-идеи. Также я бы хотел порекомендовать некоторые проекты для государства, которые надо сделать, чтобы создать перспективное общество. Это, допустим, уменьшить пенсионный возраст, чтобы освободить рабочие места. Это сделать налоговые отсрочки для создания нового бизнеса. Это создавать новые бизнес-школы, которые будут доступны для всех граждан Республики Казахстан на бесплатной основе. В Балхаше научная конференция на городском уровне проходит впервые. Учащихся, которые защищали свои проекты по медицине, образованию и IT-технологиям, оценивали директор медицинского колледжа, преподаватели, врачи центральной больницы, представители компаний, союза и палаты предпринимателей. Лучшие работы наградили дипломами. В прошлые годы конференция проходила только среди наших учащихся. В этом году, так как год молодежи, решили провести на городском уровне. Поэтому свои проекты и идеи защищали студенты всех колледжей Балхаша.